Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, это гоночки. Гоночки, знаете, необычные, потому что здесь нужно лишь... Почему-то сейчас вот показали лишь переключать скорость, делать хороший старт. Вот, то есть, по сути, управления как такового нет. Я не знаю, может быть, это лишь вступительный такой был ролик. Значит, по вступительному, по обучению именно, говорят то, что вообще здесь происходит. Это основное. Вот. КСР-2. При покупке товара золота не нужно ждать доставки. Кстати, ролик сначала загрузился, потом ролик загрузился, потом 3 секунды прошел, и опять загрузка. Очень странно. Так, ну давайте сразу. Очень даже неплохо. У нас в команде найдется... у нас в команде найдется местечко. И тачку получить. Ну ладно, давай посмотрим. Покупка тачки. Ну, сейчас, как обычно, мне дадут какой-нибудь зепарно. Запорожец. Блин, сколько крутится так долго. Не хватает денег на автомобиль первого ранга. Честно, загрузки вообще. Это как вот, например, фифушку, блядь. Матч, наверное, блядь, меньше идет, чем... А выбрать? Пить. Конечно. Хороший выбор. А что мне еще остается? Мне дали только на эту тачку. Пифушка, но раз загрузки, знаете, длятся. Меньше. А, будет дольше, чем сама игра. Так вот я рассудил. Далее. Что-то дать все эти помехи. Так, ладно. И гонка. Что же ты наделала? Надела платье белое. Так, ладно, давайте на кей. Держи победу над участником команды, чтобы получить шанс посоревноваться с лидером команды. Я говорю, загрузки еще, даже игры как бы таковой нет, а уже 2 с лишним минуты прошло. Я еще, блядь, вообще ничего не сделал. Только что-то закупился, куда-то пошел, что-то сделал, блин, господи, что ты хочешь вообще от меня? Специфического. Ну, пробуксовках скорость резко падает. Во, неужели нам дали жук, что ли, он, блядь, или кто? Санта. Купер. А, Купер. Мы Купер против Купера. Давай-ка. Блять, хуёво у меня старт и переключение. О, сейчас нормально переключился. Так, едем. Далекие края. Ну и все, изи. Вот такая игрушка. Такие гоночки. Ну такое себе, если честно, удовольствие. Успей вовремя кнопку нажать. Будет у тебя все в ажуре, да? И, конечно, не айс. Как тебя зовут, бро? Конечно, так меня зовут. Гонка. Пока ездим по гоночным трассам. То есть, по сути, от тебя зависит, вовремя ли ты нажмешь кнопочку. Высунешь, как говорится. Так, и все. И твоя скорость, улучшение, то есть маневренность или маневренность езды. Ничего не зависит. То есть иногда у тебя тачка чуть похуже, но если ты прям хорошо гоняешь, хорошо в повороты входишь, там, дерзаешь, а тот чувак у тебя нет, например, у тебя есть шанс выиграть. А здесь есть, все зависит от тачки, мне кажется, и насколько ты старт хороший даже. Быстрее нажмешь.
такие вот, так себе, вот, такое себе наслаждение. Выиграв автомобиль босса, ты получаешь отличную тачку, ты можешь использовать на следующем ранге. Индикатор переключения подразумевает полное сцепление. Ну давай, здоровый. Давай-ка. Ну что? А, точно. О. Давай-ка, во. Я даже все зеленые все нажал. Просто. Все зеленые нажал. Чё? Пофигу вообще. Видишь, как сделано? Как бы даже если ты все зеленые офигенные нажал. Ну, если чуть похуже тачка, то есть ты проигрываешь. Это как-то, ну, нечестно, как я думаю. Тупиц тебе не обставить, Фрэнкс, без улучшений. Сама ты тупица, блядь, дура. Странная. Чё, блядь, за игра такая? Я, блядь, вашу игру, я не знаю, кроме как нажать на одну клавишу, блядь, ничего не происходит. Улучшение совершилось, и теперь ты можешь его обставить. Конечно. Сейчас я могу его обставить, просто купив одну штуку. То есть от того, что я, наверное, сейчас нажму, лучше не будет. В любом случае я его обставлю. Мне кажется, даже с большим отрывом. А хотя у него, видишь, чё за? Опять ты снова хочешь, чтобы тебя умыли, Энджел Глиника заявился. Видно, понравилось проигрывать и хочет еще. Надо будет покончить с тобой раз навсегда. Нарисованный персонаж. О боже, вы можете меня оскорблять. Как интересно. Очень неожиданно и приятно. Обосрать меня перед гонкой. Питер. На устройство высокого уровня с автомобилями. Ну давай. Ну, блядь, так и знал. Не забудь, используй закись, тебе поможет обогнать. Можно не удерживать палец на экране. Ах. Автоматично. Я тебе говорю, мы так и так его выиграли, блядь. Типа тереть нос сейчас скажет. А, боже, как ты это сделал? Я морганул. Да уж. Загрузка здесь 500 штук больше, чем... Больше, чем нужно. Победа! Думаешь, мы позволим кому-то странно и безнаказанно уйти, уделав Энджел? Не стоит себе связаться с фэнс. Связываться с фэнс. Чё один, блядь, что ли? Безнаказанно, блядь. А, замечательно. Участвуй в гонках, получай свой автомобиль, ты будешь быстро подгонишь схватки KJM. Онлайн-гонка. Ну давай посмотрим. Что же это за онлайн-гонка? Стезация. Взем оппонента. Агентский сбор на размещение ставок. Не знаю, как это. Реальный чувак, нереальный. Ну, возможно, мне сейчас дали бота сначала, а потом все-таки будет реальный чувак. Можно.
Ставка 0 долларов. Как много на нас хотят поставить. Можно мне как-то нажать? Вот эта вот аватарка в начале своих выступлений. А не вот эта уже фотка, все дела. Поэтому мне кажется, это бот. Yes, мы его обставили. You win. Спасибо. Следующий уровень. Бах. Этим поздравляю, у тебя новый уровень, дали бабла, прям обмазаться можно этими деньгами, бля. Дали бы мне хотя бы 1005 долларов сюда вот, Ну, блядь, я был бы не против. Когда ты побеждаешь карьерный гонку, призовой фонд увеличивается, но и соперник становится сильнее. Справишься ли ты с этим? Ладно, ребят, я не знаю, как вам понравилась эта игрушка, но, в принципе, мне она не затянула, не затянет. Но есть, как бы, люди, которым нравится, я их не осуждаю, как бы, многим мне жанр не нравится, многим не нравится то, что мне нравится. Поэтому на этом все. С вами был Шевили, до новых встреч, пока.